Всем доброго времени суток. Сегодня мы рассмотрим задание из профильного уровня подготовка к ЕГЭ по математике. Если данная задача покажется вам очень легкой, не волнуйтесь, у нас будет очень много уроков, где будут разные задания из профильного ЕГЭ по математике. Задания будут браться из банка ЕГЭ и сайта ФИПИ. Сегодняшнее задача гласит так. Пакет молока стоит 40 рублей. Пенсионер в магазин делает скидку 15%. Сколько рублей заплатит пенсионер за пакет молока? По-моему, данную задачу могут решать уже ученики 5-6 класса. Для этого пакет молока это 40 рублей, это 100%. 40 рублей. Пенсионер в магазин делает 15% скидку. Значит, получается, пакет стоил 40 рублей, а со скидкой, после того, как сделали скидку 15%, он начал стоить 85% от первоначальной цены. И мы проценты 85% переводим в число. Значит, мы должны просто 40 умножить на 0,85. Кому это непонятно, сейчас после того, как мы умножим, я вам объясню. Как умножаем? Получается у нас здесь 1,0 приписываем, умножаем в уме, можно столбиком. Вот этот 0 приписываем. Дальше 4 умножаем на 5. Это 22 в уме. 4 на 2 32. И получается 2 в уме 34. Но так как здесь после запятой у нас две цифры, и ответ будет 34 рубля. Задание решается в одно действие, по-моему, не такое и сложное. И при увеличении количества подписчиков будут на канале стримы по подготовке к ЕГЭ по математике профильный уровень, а также и базовый. Это задание из профильного уровня. Так что задание может попасться такое легкое. А может, конечно, вместо данного есть задачи. Может попасться задача, где нужно несколько действий сделать. Как, почему же, и отвечаю сразу на вопрос, почему же мы умножаем на 0,85? Ну, давайте рассмотрим, как же это у нас получается. 40%, 40 рублей, не процентов, это 100%. А так как нам нужно найти 85%, это x. 85% это x. Здесь, чтобы найти x, сколько стоит, мы должны 40 умножить на 85 и поделить на 100. Вот как раз вот это 85 деленное на 100% это 0,85. 40 умножаем на 0,85. То есть мы процент перевели в число, умножили и получили 34 рубля. И получили 34 рубля. Понравилось видео, подписывайтесь на канал. Не забываем ставить лайки. У нас будет больше 1000, я думаю, уроков по подготовке к ЕГЭ, профильный уровень, математика. До новых встреч!